Ах, какие же жестокие и беспощадные санкции нас настигли. Смотрим. 28 марта 2022 года произведено 12 апреля 2022 года. То есть примерно месяц разница. Это обжаренная килька в соусе. С какой красивой, приятной крышечкой. Это вот не этикетка, ничего, это просто крышечка так раскрашена. И более поздняя апрельская. Пустая, унылая, навевающая ощущение нищеты и бедности, пустая крышечка.